Почему нельзя обижать женщин и детей? Есть статьи, за которые в тюрьме можно лишиться жизни. Прежде всего, к ним относятся насильственные действия, особенно в отношении несовершеннолетних. Такие преступления считаются беспределом и на воле, и на зоне. Наказание за них – прохождение через те же круги ада, что ранее прошла жертва насильника. Однако одним половым актом дело не ограничивается. Об опускании слух разносится моментально, и с этого времени человеку более никто не подаст руки и не перемолвится, даже не сядет с ним рядом. Если дело дойдет до драки, бить провинившегося будут только ногами, потому что дотронуться рукой западло.